Сегодня у нас 18 мая, сажаю манскую морковь, она смотрит, такой, видишь, на такой ленточке. И я ее сажаю, такой вот лайфхак, уже, наверное, второй год, или третий, второй. Это у меня клумба, она у меня, видишь, перед домом, вот этот дом, в котором мы живем. И вот такая большая клумба, и обязательно в клумбе надо делать совместные посадки. Вот перекопала тут. Бороздки сделала. Много тут у меня перегноя положила. Вот еще с того года морковь вырезала. И вот на таких ленточках раскладываю. Мне нравится на ленточках. Вот все ленточки. И так раскладываю. И вот так прикапываю. Все потом проливаю. И между делом еще петрушку также буду сажать, еще рядочки, а кругом по всей еще и петрушка будет, еще и клубнику посадила. В общем, такая вот совместная покупка хризантемы, тут у пиона все.